Плачь, детка. Здравствуйте. Здравствуйте, маленькие воспитанные девочки. Как вас звать? София. Я Таня. Таня и София. Меня зовут Александр. Я из Москвы. Из какого города вы? Донецк. Вы донецкие? Вы да. ДНРочки? Да. Дончанки. Ну, да. Но ДНРочки звучит смешнее. Спасибо. Вот. А сколько вам годиков Софии и Татьяны, да, кажется? 18. 17. Ну, будет скоро 18. А, понял. Нет, это чисто из любопытства. Вот. Где там музыкант? Есть у вас любимая какая-нибудь песенка любимая? Хотите песенку? А давайте на ваш вкус. Да. Угу. Давайте выпускной бас, да. Выпускной жди, ты заплакала. И пусть сейчас они все одинаково. И пусть банально и неталантливо, но как сумела гитаре сыграть и спеть. Выпускной ты красиво платится, и тебе уже 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Выпускной, чтобы ты заплакала. И пусть сейчас они все одинаково. И пусть банально и неталантливо, но как сумела. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Куплет я не помню, поэтому сыграл два раза припев. Ну что, пойдет так или не очень? Да, сойдет, классно. Сойдет. А вы стример? Вы стример? Стримите где-то? Да. Где? А можете сказать? Давайте канал свой, мы подпишемся. У меня Петя, пианист в чат-рулетке. Что? Что? Пианист в чат-рулетке. Пианист в чат-рулетке. Все, поняла. Пианист в чат-рулетке. Да. Это первый. И еще второй канал есть. Лосев Лайв тоже чат-рулетка. Ну, короче, вбейте Лосев чат-рулетка, не ошибетесь. Найдете два канала. Лосев? Запиши куда-нибудь потом, забудешь. Забудешь, да, такого. Меня не забудешь. А можете написать, пожалуйста? У меня специальная рулетка. От меня вы ничего не увидите. От меня сообщения вам не дойдут и обратно тоже, поэтому уж извините. У меня специальная. В чатике пишут: девки, огонь. Девчонки, хе-хе. Девочки, красавицы, всей душой с вами пишут. Вот. Спасибо. Я сейчас вам покажу. Сейчас покажу вам. Покажу вам. Ай-яй-яй. Класс. Круто был? Спасибо вам большое. Класс. Очень-очень приятно. Вот. И вам там кидают сердечки. Видите, в чат в сердечках весь. Спасибо всем большое. Вообще классные такие маленькие. Чатик, всем классный. Спасибо. Чатик классный. Так, что вы так? Хотите, могу какую-нибудь вам еще другую песню исполнить? Какую? 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 Давайте рюмка водки на столе. Это мой конек практически, да, девчонки, вы знали? Ночь по улицам пошла, звездный поступью цариц, слов и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц, не забудь. Последний раз.
туалет нужен? Да. Нелегко тебе дать паруса ветров и птиц. Может даже не понять, может даже не узнать среди тысяч женских лиц. Пусть глаза твои молчат, сделали контент мне. Спасибо большое. Вы очень хорошо поете. Серьезно? Ну, спасибо, девчонки. Очень-очень приятно от вас, мои хорошие, это услышать. Вы это прям такой комфортный. Комфортный, да. Такой. С вами еще пообщаться. Давайте. Еще какую-то песню хотите? Или что-то хотите спросить меня? Я читаю ваш вопрос, в глазах ваших вопрос. Если у меня девушка, нет, у меня девушки нет, но вы, наверное, все-таки немножко юны для меня, поэтому вот так, наверное, отвечу. Ну да. Вот. Я вам в папа гожусь, девчонки. Ну, такое бывает. Но я понял, что я в вашем вкусе, мне это приятно. Жалко? Что? Блин, вот вы кого-то мне напоминаете, как будто я просто где-то видела. Да, кстати. Как будто какая-то медийная личность. Я медийная личность? Вы меня могли видеть? Слушайте, ну, человек, да, ну да, вы могли меня увидеть, мы могли меня видеть непосредственно в... Сейчас, подожди. Непосредственно в... Это, ну, где-то в Ютубе, может, какие-то нарезки, сейчас рулетка мог попасться. Может, в ТикТоке. А в ТикТоке меня перезаливают. У меня есть канал в ТикТоке, я его создал, но меня там постоянно перезаливают. Это да, это... Так что в ТикТоке... У меня в ТикТоке... Ну, там в ТикТок просто сложно выложить. В Инсте, может, рилсы видели. Возможно, может, да. Так что у меня, да, Лосев Лайф, так что, там, в принципе, я везде Лосев Лайф. Короче, фамилия Лосев найдете, пианист, не ошибитесь. Mm-hmm. Так что вот так вот. Какие у вас? Что у вас, ничего интересует? Могу вам еще песню спеть, если хотите? А вы этот стрим сохраните? Вы хотите увидеть себя? Я, наверное, просто вас... Я вас просто, скорее всего... Стрим, он будет на другом месте. Стрим я не сохраню, но я просто, возможно, сделаю с вами нарезку, если хотите. Да. А вы есть в Инстаграме? Лосев Лайф. Я тебе записала. Я вас сейчас найду. Меня зовут Александр Лосев. А Инстаграм, и вообще, у меня есть телеграм-канал тоже, есть Лосев Лайф. Вот. Так что, все, короче, то есть, Лосев, да. Лосев. Нет, просто вот канал, где будет ваш, он тоже был Лосев Лайф, а вот там с синеньким логотипом, вы нашли там, просто вбейте, пианист Александр Лосев. И на этом канале будет ролик с вами, девчонки. Там 240 тысяч подписчиков. Класс. Я сделаю вас звездой. Звездами. Спасибо. Ну что, какую вам песню сыграть? А напоследок? Блин, я забыла песню Басты, короче. Сансара, сейчас не болей? Да, Сансара. Вот. И сегодня ее одним девочкам пел. Причем эти девочки были из Украины. Они споют, да? Потом еще играть, они так смотрят на меня. И... переключились. Я думаю, может, я плохо спел? Может такое быть? Нет. Правильно. Это правильный ответ. Интересно. Интересно, если Василий Михайлович нас услышит, как думаешь, какая у него будет реакция, ему понравится или нет? Думаю, да. Да елки-палки.
У меня телефон падает. Простите. Сейчас, девчат. У меня... Я хочу, чтобы... Ну, ловите. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опроки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжает в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одно. Они сказали, нас поздно спасать, поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Очень хорошо поете, прям вообще. И играете очень красиво. Очень прям просто. Спасибо, спасибо. Прям мурашки. Ну все, я так понимаю, что у меня на две подписчицы в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме, во ВКонтактах и везде-везде стало больше, правильно? Да, да. Спасибо, девочки, очень хорошие. И вам большое спасибо. Мы вас не забудем. Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. Ничего, ничего, девчонки, потом будем с вами. А надо какими? Вторыми пальцами делать, да, или какими? Как вам угодно. Как хоть так, хоть так. А я думаю, как красивее сердечко получается.
Что ты делаешь? Какая-то дырочка. А, елки-палки. Не, вот так вот. Все. Я ускакал. Вы прекрасны. Спасибо. Вы тоже. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Пока. До свидания. Ждите ролик. Ха. Да, девчонки прям огонь. Ну, не девчонки, а просто сувенир. Сувенир.